Гэллоумир. Разбор по косточкам. Серия вторая. Смена перспективы. В дальних странствиях и увлекательных приключениях всегда есть на что посмотреть. Как все-таки жаль, что глазик всего один. Потерялся ключ от двери? Может, надоело смотреть врагам на темечко? Кажется, что взгляд прикован к прошлому? Тогда самое время сменить перспективу. Для этого есть камера Дэна. И в честь какого чудика ее назвали? Как приятно бывает иметь альтернативную точку зрения. Врагов ты теперь можешь видеть за версту. А вот и ключ. Воистину, под новым углом все смотрится иначе. Пейзажи, противники, даже союзники. Ну, если подумать, больше одного глазика и не надо. Но как ни посмотри, помощь тебе пригодится от всех, кто предложит. Удачи, герой! For the players.